Компания МТС запустила туристический мобильный маршрут по достопримечательностям Владивостока. Маршрут представляет собой бесплатный аудиогид на русском и английском языках. Мы старались создать такой маршрут, который бы отражал дух Владивостока, отражал творческие наклонности наших людей. Мы с вами увидим уникальные граффити, которые создают и украшают наш город и являются отличительной его чертой. Я думаю, что всем нам будет интересно и полезно. Маршрут городских легенд стартует от арт-объекта «Алеут» на Алеутской, дальше путь пролегает через пешеходную часть улицы Фокина, легендарную «Миллионку», гостиницу «Версаль», улицу Тигровую, кинотеатр «Океан» и завершается на спортивной набережной у скульптуры «Тигрята». В экскурсию вошли арт-объекты, граффити и инсталляции, которые имеют важное значение для развития города и местных жителей. Мы поддерживаем данный проект, потому что мы считаем, что очень важно создать комфортную информационную среду для наших туристов, прибывающих в регион. Особенно сейчас, когда развитие внутреннего туризма является, наверное, самым важным фактором. Да? И еще самое важное, что для жителей нашего города, нашего края, очень важно знать и помнить свою историю, тот город, в котором мы живем. Уникальность аудиогида в том, что достопримечательности, которые вошли в маршрут, предлагали сами жители Владивостока. Путеводитель содержит текстовую часть с фотографиями знаковых мест и аудиогид. Очень хорошо то, что в Владивостоке наконец-таки появился этот проект в виде аудиогида. Все-таки у нас 21 век, уже и в Европе, и в Америке давным-давно есть экскурсии в телефоне. Наконец-таки мы догнали западный мир. Мне очень понравилась экскурсия, и гид интересно рассказывала про гостиницу и про «Миллионку». Потом я обязательно пройдусь в наушниках по этому маршруту. Звуковые экскурсии размещены в мобильном приложении Surprise.me и на платформе аудиопутеводителей Easy Travel. Перед началом экскурсии достаточно бесплатно скачать любое из приложений на свой смартфон из App Store или Google Play, найти городские легенды Владивостока и следовать по маршруту, надев наушники. Олег Завьялов, Дмитрий Беломестнов, Денис Фадеев. Новости на восьмом.